Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Страница 10, упражнение номер 3. Игра закончилась со счетом 10-12. Сколько раз шайба была в воротах? С какой разницей в счете закончился счет? Итак, счет игры 10-12. Чтобы узнать, сколько раз шайба была в воротах, нужно сложить количество шайб, забитых в одни ворота, и в другие. То есть к 10 нужно прибавить 12. 10 плюс 10 равно 20, плюс 2 равно 22. 22 раза шайба была в воротах. Теперь мы должны узнать, с какой разницей в счете закончилась игра. То есть на сколько больше шайб было забито в одни ворота, чем в другие. Для этого нужно из большего числа, из 12, вычесть меньшее, 2. Двенадцать минус 10 равно 2. На 2 очка больше выиграла одна команда, чем другая. Запишем ответ на 2 очка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.